уже приехали с выставки. Сейчас вы все увидите. Приятного просмотра. Вот уже. Мой смирик. Хорошо, пошли. Так, номер. Ждать такого. Батя готовится. Сына, давай. Сейчас, сынок. Сейчас. А кто-то говорит, похудел. Он поправился. 33 килограмма. На 3 килограмма поправил за 2 недели. Да. Я же не узнала его. Я взвесил. Не страшно. Ну, батя сегодня что-то очень, воз... малыши, вот очень возбужден сегодня, батик. Анстап и третий ринг. 53-й, 54-й. Это мы Устафу 6 лет. Анстап и третий ринг. Бади, давай. Ну давай, бадик. 54-й Анстап уже в ринге. Давай, красавец. Попизже, говорят, будет чем-то. А? Нет, шарфи прям. Ждать! Да-да, он что-то вообще, он без меня вообще не хочет стать. Балбес. Ну, все-таки Бадик, он будет сейчас посмотрим, кому отдадут. Команда. Высокий, наверное, прикинь.
Сейчас бабик подлежит. Так она их долго мусолит. Кошмар. Давай, бадик, пошел. Мы сегодня вместе. Да, ура! Есть! Молодец! Молодец, лучший! А, сейчас ветеран поделит сравнение сразу. Нет, нашего выберет по-любому. Давай. Ветерану давай что. Молодец. И эта порода называется бассенджи. Одной из самых отличительных черт является то, что она практически не лает. Легенда гласит, что однажды вожак стаи, существо из зарослей, случайно узнал важную тайну, которая хранила одно из туземных племен. Понимая, что он может поговориться, он и его стая дали людям клятву навсегда замолчать. После этого бассенджи не лают. Так, ребят, закончилась у нас выставка. Вот, наш победитель. Вот, у нас лучший юниор выставки. Дали нам цаточку. Вот, собственно, наше описание. Остановите тогда запись, почитайте, кому интересно. Вот. Выиграли мы кобеля этого голубого. Мы очень довольны нашим результатом. Вот единственное, что Бади вел не я, а хендлер.
Из-за этого он немножечко нервничал и не очень хорошо стоял. Но это не помешало нам занять первое место. Вот, сейчас мы двигаемся домой. Всем пока!